Добрый день! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я покажу вам фотографии, сделанные Флорианом Шульцем, мастером фотографии из Германии. Он изучал биологию в университете Гейдельберга. Снимки фотографа были опубликованы во многих именитых изданиях, в том числе и в National Geographic. Это признанный во всем мире фотохудожник, удостоенный за свою работу множество различных наград и премий. Ну уж, раз его работы можно посмотреть, тогда уж лучше их смотреть, чем слушать болтовню о том, насколько они хороши. К просмотру. А я, с вашего позволения, пока заткнусь.